Операция по разминированию территории вокруг села Большая Тура, где 29 апреля из-за лесного пожара взорвались склады боеприпасов, будет завершена к декабрю. Как нам сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, саперы уже полностью очистили южную сторону поселка. Сейчас на месте работает более 100 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Саперы с металлоискателями находят боеприпасы на глубине до 15 сантиметров. Всего же площадь, которую военные очистили, составляет около 1000 гектаров. Осталось еще 700. Напомним, в конце апреля лесной пожар перекинулся на склады боеприпасов воинской части в селе Большая Тура. Осколки снарядов разлетелись на десятки километров. В тот день погибли 11 военнослужащих. Екатерина Вершинина, ЗАП ТВ.